Так, здравствуйте. Так, не, не хочу пока. Пойдемте лучше сейчас опыт сбросим. Я не хочу с ним общаться. Лучше сейчас опыт сбросить, и все хорошо будет. Так, здравствуй. Да знаю, знаю, зажгу. Там не так уж много осталось. Зажигать. Так, нам нужно атаку помаленечку увеличить. До 40 хотя бы довести. Хотя бы до 40. Силу в первую очередь, давайте. Защита от огня, молнии, тьмы улучшается. Так, нормуль. Это у нас есть? Нету. Ладно. Теперь можно идти. Теперь можно попробовать этого убить. Так, здесь ничего такого нет. Проходов никуда нету, да? Так, ладно, давай посмотрим, на что способен. Здорово. Ишь ты! Ладно, давай еще раз. Молодец, какой хороший. Не такой уж ты и сложный. Так, еще один, да? Восстановись. Ить. Ничего себе ты. Офигел. Сейчас нужно уходить. Убьет. На. Два рыцаря, получается, держат. Местные проходы. Так, здесь у нас что? Ты. Тихо, не надо падать. Щит поставить не судьба, что ли? Нет, ты легкий. Надо только терпение сохранять и выносливости. А так, ударяешь ты редко. Время для постановки щита у нас есть. Он много дает времени. Здоровье я потратил только-только из-за того, что я вот... Ну, блин, хотел закончить побыстрее с ним. Так, выпили. Это место я знаю. Внизу что-то есть.
Блин, вообще темно, темно. Так, здесь то же самое. Ну это копия. Это копия старой локации, я знаю. Самой нужной нам локации. Это копия. Так, подожди, сначала нужно разобраться. Все те же троны, все на своих местах. Фрагмент витого меча. Вон там должен сидеть этот. О, бабуль, здорово. Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? Все так же. To skirt the curse's grasp, tarry not, for 'tis dark for now, and not a soul stirs. But or perhaps like the poor. Так, ладно, с тобой все понятно. Тут этого нету. Молот кузнеца я взял. Кузнеца что-то уж куда-то ушел. Здесь никого. Вон там. Вот здесь можно бесплатные левелы брать. Пепел опустошенного. Так, и так. Что-то я не понимаю, а что, костра здесь не будет? Да, костра-то нету. Костер я-то не нашел. Троны все те же. Вот только тут только одна бабка сидит. Ни кузнеца, ни прокачки, ни прокачки. Так, подожди. Это что я его... Я отсюда вышел, да? Или нет? Нет, да что? Так, понятно, туда нам ход закрыт. Там мы уже были. Блин, темно просто. Мало что видно. Так, попробуем сюда зайти. Вот тут проход должен быть на крышу. Да, он есть. Все то же то же самое старое дерево. Та же самая старая башня. Лестницы нету. Дверь закрыта. Я видел что, какой-то видеоролик, по которому можно вот так запрыгнуть. Вот как-то так. Я видел что-то похожее. Вот только... Блин, ну там на видео все легче было. Ладно, не будем только прыгать и стараться. Ходу все равно нету. Чуть я не понял, чем тогда тут заниматься-то? Тут что, кроме как и бабки нет, что ли?
Больше никого нету, что ли? Тут кроме чё, блин? Да, зашли. Я думал, тут костер будет. Что-то интересное. А тут ничего нету. Одна пустая локация. Ну ладно, я пошел тогда. Посмотрел я еще парочку гайдов там. Понял, что есть еще локация, которую еще как минимум две локации, которую мы можем пропустить, если мы сейчас пойдем напрямую вот сюда вот или вот сюда вот. Груда от... не Беспламенная святыня, это, как я понял, это финал. Это последний, самый последний босс, это самый последний финал. Это вообще финал будет. И после него будут титры. В результате чего я не пройду ни это, ни то, ни другого. То есть нам нужно пройти еще три локации. И после всего этого пойти уже сюда вот. Как-то так вот будет. Так. Начнем с самой стандартной локации. Это, вот это вот уже DLC идет. Вторая локация тоже DLC. Третья локация. Это, блин, скрытая локация основной сюжетки. И она находится где? Нужно зайти сюда, кажется. В подземелье. И там... И здесь немножечко побегать. Так. Второй. Третий. Так, теперь нам нужно эту убить. Ишь ты, а ты как так умеешь-то? Через стенку она, видите? Шмаляет. Так, ладно, там человек проходил здесь, получается. Потом в эти ворота зашел. Так, там вот сзади этот было. Убить могла. Так, теперь нужно спрыгнуть. Там один удар не хватило, а. Так, теперь вот с этого нужно. Отстаньте вот от меня уже. Я отпрыгнуть не могу. Блин, вы меня сейчас убили. Я чё, а то с вами тут... Я не думал, что вы меня убьете. Вроде нормально все пошло, и тут нати тут. Меди эти хери завалили. Я вообще на вас сейчас не думал. Так, вот здесь аккуратненько. Три удара.
Так, а как там успехи? Успехи со здоровьем нормально. Так, вот теперь здесь пройти. Теперь нужно еще раз попробовать. Так, душу получил, окей. Сложные какие, неприятные персонажи. Теперь сиди и жди тут, пока у меня здоровье восстановится. Все, молодцы. Так, не, с тобой я не буду биться. Так, кинь. Не хочу я с тобой тоже биться. Ладно, убьем. Ишь ты, выпей. Да блин, с тобой проблема какая-то, да? Никак не хочешь умирать. Так, теперь вот здесь нужно зайти сюда, на лифте спуститься. Куда-то там. Так, на какую кнопку? Вот она. Так, теперь здесь нужно выбрать определенный жест. Подожди. Точнее, не здесь. Нам нужно вот сюда подойти. Здесь куча доспехов, и они все что-то ждут. Вон туда нужно улететь. Вон туда вот. Так, нужно выбрать конкретно определенный жест. Вперед, вверх, вниз, помахать. Прикольно. Бесполезно, но прикольно. Восторг, поклон. Так, на русскую А выбирается. Вот он, путь дракона. Можно распластаться, рухнуть, упасть вниз, тост. Этикет легионера. Понятно. Прикольно. Так, ладно, ты мне вот оно что. Нам нужно что? Нам нужно выбрать на А и выбрать вот этот вот путь дракона выбрать. И нажать сюда. И ждать получается. Да, окей, все получилось. Все правильно сделали. Все сделали правильно. И мы, как я понимаю, мы отправляемся в другую локацию. В другую локацию отправляемся. Да, все правильно. Проснулись, а мы здесь уже, да? В каких-то горах, в каком-то ущелье, да? Высоко-высоко. Замок. Так, подожди, а если я умру, где я появлюсь-то?
Мне перспектива все это проделывать еще раз не нравится. Нужно костер хорошенько обыскать и посмотреть, найти его хотя бы. И не упасть, главное. Где находится костер? Так, вот тут что-то мы пропустили. Понятно. Не, здесь костер я не увидел. Эту херню я видел уже. Восстановись. Ну да, конечно. Ну, конечно, конечно. Откуда я должен знать, что они могут так сделать? Так, где костер? Тут обязан быть где-то здесь костер. Понятно, я выберу другую дорогу. А, где костер-то? Костер. Костер. Не ты должен быть. Где костер этот? Вылечись. Проблема. Так, вот сюда нужно зайти. Блин. Стопудово не откроется. Да не пинатый. Я побежал. Какие не очень, очень сложные какие враги-то, а? Где мне тут, где можно сохраниться здесь? Где я могу тут сохраниться? Ой, я мог бы сейчас еще чуть-чуть. Так, ну тебе нужно в первую очередь убить. Так, тут никого. Еще одного вижу. Блин, где костер? Я далеко так не уйду. Стопудово гейминг сейчас погибну. Выпей. Нам нельзя рисковать вообще ничем. Так, убили. Вопрос повторяю, где костер? Обломок титанита. Блин, где этот сраный костер? Устройство не поддается, но я так и знал. Я так и подумал.
Костер по-прежнему не нашел. Костра по-прежнему нету. Так, ладно, я нашел костер. Я понял, где он находится. Да, тут, блин, далековато вы его засунули. А если я там где-нибудь там погиб-то? Да, вот он и костер. Че это? Все, вот он, нашли. Костер зажжен. Отдохнули и встали. Ух. Ну ладно. Ладно. Более-менее. Мы хотя бы нашли его. Так, ладно, начинаем смотреть локацию. Так, здравствуйте. Ух ты, какой большой-то. Ну да, ты большой. Ох, ни хрена себе, а. Как ты умеешь? Умеешь. В смысле? Нам. Враги здесь сложные. Так. Теперь где проблема? Где проблема сидит? На соседней, что ли? Да, там же сидит. Обломок. Да не, делать уже особо нечего. Так, все, иди нахрен. Щи с древним драконом. Щи с древним драконом. Вот, вот он. Вес. Хороший. 6,5. А, он по всем этим хуже. Но он тяжелый. Большой щит, большой щит. Это большой щит, но у него что-то с характеристиками что-то как-то плохо. Очень. Но это большой щит. Хотя по этим, по показателям, он никакой не нахрен небольшой. Так, нет, туда можно что-то пройти куда-то. Чё, куда-то пройти можно. Чё-то я не посмотрел. Еще один обломок. Ага, я круг сделал. Ладно. Что у нас так? Тут можно сюда пройти. М-
Можно это открыть. Понятно. Я пока посмотрю, что у нас здесь. Надо с этими осторожнее, они парировать могут. Это очень долго время восстанавливаться нужно. Над молнией защиты. Над магией, над молнией. Усиливает атаку молнии, но снижает поглощение урона молнии или от всего. Ну-ка, у меня, блин. А у меня есть на тьму. Усилит это так магией, молнией, огонь, тьмой. 74 будет. 74. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь. Ох, здравствуйте. Тихо. Это босс. Что делать-то? Это босс. Я не ожидал. Это босс, это реально босс. Я как это как-то не этого. Ой. Вылечись. Сколько? Нет. Это то же самое, что с великаном этим. Ой. Да, а вот ты сейчас я кое-что не понял. Уходим. Че, как это надписи? Какая-то подсказка. Удар в падении. В смысле? Да хоры уж так делать. Да ладно. Ты даже нет. Ты хвостом. А, блин, я уже отскочил, ты что ты начинаешь? Как мне с этим воевать-то? Соскочу я как-то на босса. Че делать-то? Сейчас я умру сейчас. Успели каким-то образом. Чем бьешь? Я уже отскочил, он тут мне каким-то сплэшем тут ударяет. Да как... Да хоры.
Чем ударил-то? Ты нужно вот сделать вот здесь стоять из более-менее безопасно. Уходим в другую какую-то сторону. Что означает урон в падении? Слышится один. Окей. Хвостом. У меня уже 5 аптечек осталось. Как ты меня так с таким спешем-то убьешь-то? Отстань. Так, в другую сторону. Да я уже здесь стоял. Почему ты, блин, сюда бьешь? Туда бьешь? Туда бьешь, а по мне попадаешь как-то. Как так-то? Как так получается-то? Даже я не успеваю заметить, как он лапу поднял. Блин, я вот что-то тут стою. Скорее, босс какой-то нехороший. Да хоры уж так бить-то. Может, щит как-то поможет, а? Да, немножко поможет сейчас тебе, а? Господи, куда я забрел-то? Другая нога. Другая. Чего? Как ты ударил? Ты чем ты тут пнул-то? Я уже понимаю уже.
Я же отпрыгнул. Да хары уж так делать-то, а. Можешь мне меч другой поставить какой-нибудь, а? Ты скажи. Я только тебе половину здоровья снес. Вот как ты так умеешь, а? Другую сторону. Окей. Ты вообще улетел? Какой-то мне все-таки большой-то, а? Чем ударил? Почему мне какая-то тут звуковая ударная волна мне так много урона затупивает, а? Вот я же отпрыгнул, чё за херня-то? А, я что-то тут стою. Кривой ты босс. Он улетел уже. Сплэшем бьет. Хотя лапа его приземляется в другом месте. Как так-то? У меня здоровья нет уже. Все уже пусто. Блин, проблема получается. А может что-нибудь потяжелее взять? Я, например, меч Лотрика с молнией. Большой меч. Ну-ка, попробуем. Где он? Вот он. Он сейчас должен молнией хорошо бить. Так, на этих я внимания не обращаю. Просто пробегаем дальше. Так, и сразу вон туда вот. К нему. Здравствуйте. Ну-ка, что такое? Как смешно. Так, ты лучше убери этот. Успели уйти?
Духа рубить. Куда ты там бьешь-то, а? Так, теперь вот сюда отошли. Более-менее, урона больше нас уже. Уже немножечко получается больше. Так, ушли. Ну, блин, уже... Что-то снесли, хотя урона тут... Да ладно, бац там уже. Да-да, блин, не успели уйти. Да, блин, ты... Да, на... Да, какой ты... Че ты встал здесь, блин, дай уйти. Да, бьёшь где-то там вот. То жопы на меня сядет, то еще как-то. Да блин ты... Достал уже. Да, блин, я уже сколько прыгаю тут. А твоих атак никак не защититься-то. Я стою у тебя сейчас под жопу, ты мне тут и ногой как-то, блин, успеваешь ударить. Еще хвостом бьет. Какой нехороший глючный босс-то. Нехороший, отвратительный, неприятный, вообще никакой. В другую, ну, эту ногу. Как ты там бьешь, меня задеваешь каким-то образом. Не как по-вашему бить сейчас твой воевать-то? Там идет кто-то еще. Кто-то пришел еще. Да, молодец.
Отвратительный какой, нехороший босс, а. Ногой зачем бьешь-то, дурень? Он туда бьет, и мне как-то сюда еще задиет. Все боссы были понятны, здесь какая-то чушь происходит. Прям босс расстроил так сильно. Гигант Йорм хотя бы бил нормально и честно. Вот, я же отпрыгнул, уже я, блин, в этот момент летел уже. Вот как ты так не задешь, а? Опять столько же здоровья выпустила. Нужно от одной ноги к другой бегать. О, успел как-то. Ай, здесь каким-то образом не успел. От одной ноги к другой. Да блин, тут ты вовремя завис. Да блин, с этим вообще прыгать не получается особо. Уходим. Да, еще как-то даже зацепило. Не пойми как. Ты издеваешься. Уйди нахрен. А я что, бегать не умею? Ну-ка, сколько мне там этот? 67, а что я бегать не умею? Не, нужно тот меч ставить.
побыстрее. Все, убивай меня нахуй. Я все равно тебя не убью сейчас. Нужно ставить быстрый меч ставить. Мне кажется, что я с этим больше сейчас буду воевать. Нужно ставить большой меч, маленький меч. Палашу. Так, давайте. Ты, получается, бегать с ним не можешь, да? Нет, он бегает чуть-чуть. Но тут не то. Так, ну здорово, здорово, здравствуй. Так, нарбуль. В смысле, я только к ней подошел. Какое ты моральное право взял? Так, мне нужно в обе руки взять. Так, нормуль. Пока все идет нормально. Так, ушли, 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 ушли. Да, блин, достал ты своей лапой ты. Ты просто достал с меня уже. Еще одну атаку пережили. Да, блин, достал уже, а. Все подлагивает еще чуть-чуть. Все подвисает. Так, успели.
Так, ушли. Ай. Ау! Сейчас нужно вылечиться. Да, блин, хоть опрыгай, хоть не прыгать. Так, эту убили. Что-то убрали. Ушли. Вернулись. Так, а сейчас нужно срочно. Да достал ты меня уже. Ушли. Много пробежались. Еще немного пробежались. Да блин, тут от нее хрен убежишь ты. И отпрыгнуть нельзя. Так, нужно лечиться. Успели. Так, ушли. Блин, что-то мы ударил чем-то. Да, блин, я тут стою вообще-то. Криповый, блин. Ну я, блин, на таком же расстоянии, а я не. Почему? Че, пидня питается? Я же отпрыгнул, ну чё ты? Что прыгаешь, что не прыгаешь? Что-то новенькое было. Так, ушли. Да блин, что подвисает тут вот самое противное. Ушли. А там не. Блин, он тебя хрен
хрен даст подойти. Да не пинайся, ты так много выносливости мне забираешь. Идиот, сука. Да блин, дай лапу. Сорок четыре. Чё ты делаешь? Нахрен мне твоя нога устралась-то? Чё вот, блин, почему нельзя было сделать ногу на отдельную кнопку? Мне чтобы еще один удар сделать, он бьет ее ногой. Дурак ебанутый. Да блин, я же убежать хотел. Давай уже заканчивать уже помаленечку. Не подвисай, главное. Главное, да, не подвисай, а сука. Опять он тут и ногу свою, ногу хочет сделать затолкать, а? Отрежу нахрен ее и будешь с одной ногой ходить. Чтоб не пинал тут ее, не вставлял ее в свой прием вот этот пиначий. Ушли. Я вас понял. Я туда убегу пока. Выносливость. Не успел. Да хоры уже. Да блин, что я прыгаю, что я не прыгаю? Зависло сейчас, нахрен знает сколько секунд. На минуту, наверное. Успели.
Не пинайся. Туда уж. Долгий босс какой, а? Но осталось маленечко. Тут, давай туда уйдем. По пятке давай, на, держи. Подставились. Да блин. Вовремя выпей. Не пей, зачем ты пинул? Еще один удар. Еще. Все, последний. Все, победили. Камень драконий головы. И куда я делся? 3 попытки вроде ушло, да? 3 попытки. Ну, блин, так долго. Блин, это что-то. Очень нехороший босс. Нехороший из-за своей кривозницы своей. Почему? Почему он ударяет вдруг в одном месте? А урон приходит в другом месте. А? Так, костер. Понятно. Понятно, да? Если броня нормальная, то ну можно выдержать. Короче говоря, это очень долго босс, очень долгий босс, которого нужно бить очень долго. Его очень нужно долго бить, чтобы что-то хорошее вылезло. Так, подтвердить. Да. Сколько нам еще там нужно? 75, 25. 25 000 нужно еще. Нужно еще 25 000. Так, вот она, душа. Нет, это другое чуть-чуть. Нам нужно кто? Так, а вот и душа чемпиона Гундира. Алибадра Гундира.
увеличивает ЖЗН, СТК и ФЗЧ, но повышает неполучаемый урон. Понятно, не хочу такое. Че еще можно? Не то. Не то. А где дракон? Где дракон-то? Что у нас есть? У нас есть душа с... Подожди. Нет, это другой чуть-чуть. Душа Олдрика, душа принцев-близнецов. Ой, Цириса, дракон этого. Другого. Который с тростью ходил. Это чемпион Гундир. И это тоже его. Увеличивает ЖЗН. Что такое ЖЗН? СТК и ФЗЧ. Я не знаю, что это такое. Нужно посмотреть, а чё, у меня этой херни нету, что ли? Где она? У меня есть душа принцев-близнецов. Чемпиона Гундира. А этой древней виверны у меня нету, да? Ладно. Пойдем тебе продадим. Получается, две души. Хотя. Душа принцев-близнецов использовать. Да? Да. Передать пепел. Так, ну-ка, а что у тебя есть? Появилось новое. Уголь как и есть, это мне не нужно, не нужно. Все это не нужно. Косточка возвращения. Кусок титанита. Есть. У нее можно купить кусок титанита. Ну, только один пока. На данный момент только одну штуку. Потому что здесь ноль. Здесь тоже ноль. А здесь один. То есть, получается, скорее всего, он последний будет. Ну-ка, может, броня какая-нибудь будет. Так, здесь тоже все то же самое. Так, нет, нужно смотреть. Продать лучше. На 5000. Ну-ка. Мне хватает. 75-800. Блин, нет. Вот теперь 900 у нас, все нормально. Да, 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 я знаю, повысится. Так же, давай силу. Ладно, давайте вот на этом и закончим уже. Все, давайте. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.